И всем привет, ребят, с вами снова я, Эмили Мил, и сегодня мы поиграем в стандофф. Просто вышел стандофф 3 какой-то там, но я давно, короче, не играл, только с маминого аккаунта, это мой аккаунт. Так, и вот, короче, мы играем в стандофф. Если над этим видео наберется 5 лайков, то я буду играть в Among Us. Так, аркада, это командный бой, насмерть, на карта, закладки, бомбы. Нет времени объяснять, хватай любимую пушку и вперед. Это я все знаю. Я террористы. У террористов всегда пушки крутые. Так, это мой, это свой. Я. Уже убил. Вон, вот эта собака. Это мой вообще? Это не мой, кстати, был. А я типа сейчас возвращусь, слава богу. Это еще лучше пушка. Пацаны, я гашу его. Но это не такой профессионал. Будем стараться так. Иди, граната. А, это разминка была, господи, я сейчас, ё-моё. Я сейчас умру, это только разминка была. Блин, я не успеваю, пацаны, это мой. Ну да, если бы это был не мой, я за секунду убил. Я не такой профессионал. Так, запомни, я оранжевенький. Я против желтеньких. Вот это не мой. Или это мой? Я не понимаю. Вот это не мой, вот это точно не мой. Загасил. Что у меня еще есть? Пес. Вот это тоже не мой. Извиняюсь, я первый раз играю в этом обновлении. Вот это мой, вот это точно не мой. Так, блин, тут тупик. Блин. Это не мой. Снайпер, блин. Не, ну это вообще... О, кстати, надо бы куда-то повыше забраться. Потому что у меня снайперка. Надо как-то... Какое-то место. Так. Я что-нибудь... Эта пушка убивает с одного выстрела точного. Так что мы сейчас что-нибудь придумаем. Но мы уже забрались повыше. Блин, по мне кто-то пуляет. Или не по мне. Пак. Это мой. Пойдем, братанчик, наркоманчик. Вон он был, ну вон, ну я как... Ну не профессионал... Господи. Я такой пушки даже давно не маю. Ну почему они же не пьем? Мне надо приловчиться, у меня нету. У всех это телефонных геймеров есть такая синяя, такая красненькая, это на них кнопочки. Напишите в комментариях, а то я забыл, как называется. Ё-май, это мой. Так. Враги там. Это же враг. У меня лагает жестко. Со мной рядом вертится тоже враг, блин. А чё дурак, я его мог ножа загасить. У меня есть прицел. Надо как-то занять точку. Позицию какую-нибудь. Ё-моё, это по мне. А нет. А это... Вы по мне. Так. Он здесь, да? Идите сюда. Сзади. Так, ладно. Чё за снайпер, что здесь? Загасил. Так, кто выиграл? Ай, это здесь, это не мой. С нож. На. Загасил с ножа. Загаси. Со мной такие же, как Ян, выиграет. И это не мой. И я не мой. Так, с прицел. Специально хорошо. И хорошо стреляет.
Ё-моё, испугалась. Это моя исполнится. Так. Сюда. Загасил. Ё-моё. Блин, меня засели. Ну, круто его загасил, все. Что там, гасило? Иди. Блин, нож, нож, с ножа. Иди сюда. Опять собака. Надо почаще играть. Вообще снайпером стану. Это мой, это мой. Это мой. Мимий, ты чё, это же наш. Так. Это наш. Текс. Круто, я его загасил. Так, это точка записи, я подумал, это враг. Так, ладно. С ней досмехать. Тут надо Эмилию. Собака. Так. Где я? Что я? Кто я, в конце концов? Так. Это мой исполнится. Это хорошо, плохо стреляет. Так, ну это надо... Позицию. Почему? Это хорошо стреляет у него. Вот это моя любимая пушка, да? Я двоих загасил, господи. Я стрелял не... Так, вот это тоже пушка нормальная. Но есть минус в том, что у нее не прицела. Там я видел, кто-то сидит. Я его загасил, серьезно? Нифига, Эмиль. Я аж приловчился немного. Сейчас будем гасить их. Вот так. Сюда не надо. Убил без очка. Идите сюда. Всех, на всех патронов хватит. Идите сюда, милочки мои. Мелкие. Ну ты где? Что ты моего загасила? А? Кого-то загасил. Кого-то загасил. Надо вон нож. О, уже чего загасил. Это тоже пушонцы крутая. Почему у террористов всегда... крутая пушка, у спецназовца тупая. Когда я за спецназовцев играю, там тупая пушка. Господи, у меня такие голоса были. А как? А чё оттуда надо? Ой, я всё напутал. Всё. Вторжение. Это я загасил. Понимаю. А вот это уже не я. Это уже меня загасили. О, круто, я там уже появился. Ты отдыхаешь или что? Отдыхаю. О, дробаш, кстати, у меня. Дробашек у нас мощный. О, как прыгать? А, понятно. Постоянно на телефоне, у всех геймеров телефоновских, я уже говорил. Есть такая штука, забыл, как называется, напишите в комментариях. Типа Nintendo, чё там? Это меня треснули? Ой, вот это меня треснули. Это вот я сейчас. О! Блин, опять дробаш. Ну, это уже получше будет хотя бы. Нереально хорош. Так, надо запомнить. Снизу у нас здоровье. Господи, это мой. Я ж... Там никого, пацаны, я проверял. Собственноручно. Так. Где? Вон враги. Я не понял.
Ё-моё, чё здесь? В этом... Блин, я же в него попал два раза. Да опять этот дробовик, блин. Дай ты мне нормальную пушку. Кто победил? Первое место. У кого? Спецназ. А я бы... Короче, блин. Да. Вы лохи. Вот так вот. Все. А не надо нас выиграть. Все. Thunder Dragon Rise. Давай, загрузочка. Пока загрузочка, ребята, с вами поболтаем. Я и Мирими, кстати. Все, нечего болтать. Вот так все. Да. Что тут неизвестно? Пригласить Наня в сети. Кто это? Что это? Что это такое? А, могу открыть? А, скин, типа. Что мне выпадет? Да-да-да-да! Ай. Ну, тоже нормально. Так, снег. Лоби я не хочу. Давайте играть. Командный бой. Все, гоу, ребята. Сейчас поиграем. Давайте вот это последняя карточка и все. Пора уже заканчивать у нас. Вот это последняя карточка. Побеждайте команды, совершившие не наибольшее количество убийств. Побеждает. Вы можете обменять 10 скинов на одной ценности на один случайный более ценный скин, используя крафт в инвентаре. Блин, придется быть спецназом с тупой ружбайкой. О, кстати, только я люблю эту карту еще с мум. Здорово, Зинка. Баба Зина. Эту карту я знаю, так что здесь сейчас Эмиль покажет свои профессиональные... Блин, давай, Эмиль, не поссорься. Тебе крутые ребята смотрят. Ну, меня смотрят обычные люди, а подписаны только вы. Так. Чё, вы загасили его? Блин, у меня тупая пушка. На, получай. Я лучше вот, знаете, вот с песом поиграю. О, вот. Чё, думаю, я тебя не увижу? На родину иди. Так, ну ладно. Может, ножа их сейчас загасить? Блин, ну я же в его попал. Но. Нифига, он спрыгнул. Так, ну мы определенно проигрываем. Но мы ведь еще можем выиграть. Еще не все потеряно. Так что давайте стараться. Не, да ну нафиг, я с ножа пойду направо. На. Я не вижу, ничего не слышу, никого. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ну-ка, кажись, двоих. Почти. Чё? А, время, типа. Кто победил? Террористы. Выход. Не, давайте последнюю карточку.
Давайте будем в один ролик по три каточки. Стендов как бы. В ролик по три каточки, ребята, играем. Давайте уже, давайте. Время-то идет. Погнали, давайте штурм. Я, кстати, штурм никогда не играл. Вообще никогда. Хинос. Террористы, пытающиеся взломать секретные архивы и украсть данные о новейшем вооружении. Спецназу необходимо остановить контроль над территорией, и предотвратить утечку данных. Пока время не вышло, выберите свои... Дети, ну почему хочу? Ладно. А, тут пушинцу можно выбрать. Туда вот. Я в первый раз в эту карту играю. Тут какая-то однёрочка. Я что не понимаю? Вот это мне надо... Два на меня сразу. А, всё? Ну ладно, ребят. А, я возродился. Я думаю, я уже все копнулся. Ну ладно, так. Я всегда думаю, уже копнулся. Мне что, я не понимаю, нужно. Ну как он меня загасил? Скажите мне, пожалуйста. Возвращение в бой через ноль. Давайте что-нибудь с прицелом возьмем. Этот прицел есть? Нет, жаль. Нам нужно типа здесь что-то сохранить. Давайте, чтобы враг испугался, постреляем. Вот дебил Эмиль. Что-то сделал, не понял, что. Чтобы они немножко испугались, давайте постреляем. Типа, мы попадаем. Это мои? Да я его загасил. А это что, боты с мной играть? Он захвачен мной. Держать зону. Пацаны, стойте здесь. Я сейчас приду. Там еще одна зона. А нет, там только одна. Килы раздаю всем. Килы, если что, бесплатные. Что происходит? Тут дымовуху кинул или чё? Террористы побегли. Ладно, ребят, давайте на этом будем заканчивать. Мы чуть-чуть поигрались, три раунда хватит нам. Особенно мне. Так, ладно, ребят. Всё, давайте уже заканчивать. С вами был я, Эмили Мил. Всем удачи, всем пока-пока!